На знаменитой площади Таймс-сквер в Нью-Йорке сегодня установили гигантские цифры 1,9. Этот день организаторы традиционного шоу выбрали не случайно. До Нового года осталось ровно 19 дней. И сейчас с нами на прямую связь Таймс-сквер выходит ведущий программы «Дежурный по Нью-Йорку» на RTVI Денис Чередов. Денис, приветствую. Да, Катя, как все привет. Прошло? Все прошло замечательно, цифры красивые, они находятся сейчас за моей спиной. Ну, подробнее сейчас обо всем расскажу по порядку. Катя, хочу заметить, что организаторы вообще новогоднего шоу, которое состоится здесь, на Таймс-сквер, 31 декабря, придумали вот такую еще необычную акцию. Вот сейчас в прямом эфире с помощью мобильного телефона я могу заявить, что до Нового года осталось 19 дней, 6 часов, 42 минуты и 25 секунд. Все зрители RTVI сейчас тоже могут это сделать, набрав адрес timesquare.com. Ну, 19 дней, ни много ни мало. По крайней мере, сейчас вы можете уже точно смело приходить на площадь Times Square и своими глазами увидеть те самые цифры 1 и 9. Сами эти конструкции, две, появились здесь рано утром сегодня в 11 часов. Нам удалось посчитать, сколько же лампочек вот здесь вот в этой конструкции сейчас находится. Всего 72 светодиодные лампочки встроены в цифру 1. Ну, а сколько лампочек в цифре номер 9, к сожалению, мы посчитать не успели. Вы знаете, пока мы здесь готовились к прямому эфиру, ни минуты не прошло, чтобы кто-то не подошел и не сфотографировался с цифрами 1,9. И что, Денис, смотрите, у тебя как там это делается. Значит, очередь если выстроилась. Если вы еще не знаете... Да, мы сейчас в центре Манхэттена, немного шумно. Проезжают машины скорой помощи. Смотрите, можно, например, обнять цифру 1 вот так. А еще можно встать между цифрами 1 и 9 вот так вот и обязательно загадать желание. Говорят, оно сбудется. Также сегодня мне удалось поговорить с нумерологами. Очень интересный прогноз на новый 2019 год. Так вот, по словам нумерологов, мы имеем цифру 2019. Необходимо сложить все эти цифры. Мы получаем цифру 12. Нумерологи еще и складывают 1 плюс 2. То есть получается... В итоге цифра 3. Цифра 3 – это самая удачная цифра для творчества, для всех творческих людей. То есть для артистов, работников сцены, музыкантов. Ну и, конечно же, ну как же мы не можем назвать журналистскую профессию не творческой? Конечно, тогда получается, что 2019 год будет удачным для нас. Ну а если вы хотите... сами прийти на площадь Таймс-сквер и сфотографироваться с цифрой 1,9, то это необходимо сделать до 20 декабря. Так что время еще есть. Денис, я правильно понимаю, что из-за того, что ты занял пространство у цифр 1,9, выстроилась очередь, да, там очередь. Из тех желающих, да, которые хотели бы сфотографироваться. Вот мы сейчас наблюдаем. Люди опасливо подходят, они боятся немного камеры. Устранились. Ну, понятно. Да, но настроение у всех хорошее. У да. всех хорошее настроение, вот, смотрите, но да, холодно. Прямой эфир. Специально для RTVI, вы вот, видите, да? Как только Денис Чередов освободил территорию. Да, мы даже с такими школьницами. Ну, конечно, ну, не присоединиться я не могу. 1, 2, 3, cheers! Happy New Year! 1, 2, 3, Happy New Year! Ура! Отлично! Thank просто, so Денис. Happy Денис, holidays. Спасибо тебе за чудесное настроение, но у меня есть еще один вопрос, если позволишь. Насколько я понимаю, есть еще одна традиция. На Таймс-сквер уже появились так называемые, точнее, появилась так называемая Wishing Wall, то есть стена желаний. Как загадать желание? Поделись опытом. Совершенно верно. Всего в нескольких метрах от установленных цифр 1,9 здесь находится такая стена пожеланий. Ну, громко сказано, что это стена, на самом деле она вот так. То есть это такой стенд, где можно загадать желание. Как это сделать? Проще простого. Вы приходите сюда, встречаете вот этих замечательных девушек, которые тоже сейчас вам, да, машут рукой. Ну, они вам выдают специальные бумажки разноцветные, да, mm-hmm. и выдают, естественно, ручку. Can I get, please, the paper and pen? Да, вот сейчас мы продемонстрируем, как это происходит. Итак, все очень просто. Вот у меня уже есть... Oh, can I get green? Yeah. Не очень люблю белый цвет, зеленый. Как-то праздничный все-таки выглядит.
Так, ну что, я готов. Кать, у нас сейчас такой ответственный момент. Что мы можем пожелать от редакции RTVI всему миру? Потому что канал-то у нас международный. Ты знаешь, Денис, я сейчас, может быть, прозвучу несколько банально, а может быть, прозвучу по-грузински. Знаешь, у нас в Грузии принято говорить первый тост не за родителей, не за друзей, не за, там, не знаю, не за кого-то конкретно, не за страну даже, вот представь себе, а принято говорить тост за мир. Давай мы пожелаем и загадаем, чтобы не было войны. Я пишу мир. Мир, да. Мир, здоровье? Мир, просто здоровье, да. И в смысле, пожелаем. Просто мир. Ну и, конечно, там уже прилагаются всякие хорошие вещи, типа здоровья, долголетия и прочих важных, очень важных для каждого из нас вещей. Спасибо, Денис. Да, это... мир есть. Три буквы. Да, да вот мир, это самое кстати, важное. Если вы хотите, чтобы наше пожелание увидели все нью-йоркцы и гости, и туристы, нашего города, то вы можете прикрепить свои пожелания вот здесь, и тогда его увидят все. Ну, а если мы хотим оставить это в секрете, то можно бросить бумажку в специальную урну. Вот сюда. Excuse me? Can you keep on that? Да, и сейчас мы загадали свое желание. Надеюсь, что оно обязательно сбудется. И, конечно же, мы только за мир. Катя? Денис, а что будет в Нью-Йорке 31 декабря, точнее даже не в Нью-Йорке, а на Таймс-сквер? Я однажды имела счастье присутствовать при вот этом бое курантов, если можно так выразиться, а на самом деле при просто наступлении Нового года на Таймс-сквере там толпы людей. Что будет в этот раз? Да, в этот раз прогнозируют организаторы, что сюда, на Таймс-сквер 31 декабря придет около 1 000 000 человек. Поэтому, если наши телезрители или ты, Катя, собираешься вновь попасть на празднование Нового года на Таймс-сквер, то необходимо будет зайти на площадь северной части, то есть 47-й улицы. Это вот в той стороне. Ну, а само шоу традиционно будет проходить в южной части, то есть вот сейчас за моей спиной. Mm-hmm. Стартует шоу в 6 часов вечера, но лучше прийти в 3 часа по нью-йоркскому времени сюда. Уже сейчас готовится список специальных гостей. Естественно, будут выступать звезды. Кстати, Кать, как ты относишься к замечательному певцу Стингу? Вот сейчас с ним ведутся переговоры, чтобы он здесь выступил на площади Таймс-сквер. Я отношусь к Стингу очень хорошо. Да, но пока точно неизвестно, будет ли он здесь. Но я не пойду туда все равно. Будем наблюдать. А, ну хорошо. Кстати, около 1 000 000 человек будут смотреть это шоу с Таймс-сквер у себя дома по телевизору. Наверное, и мы тоже. Ну и за минуту до Нового года, 31 декабря в 23:59, как обычно, вот там за моей спиной начнется это шоу, поднимется большой хрустальный шар, и сам мэр города нажмет символическую кнопку для запуска этого шара. Ну и здесь же будет салют и конфетти из тех самых пожеланий, которые здесь сегодня загадывают. И наша бумажка с пожеланием обязательно здесь появится на Таймс-сквер 31 декабря. С наступающим! Спасибо, Денис Чередов создал нам предпраздничное настроение. И очень верю я, Денис, что твое пожелание, наше общее пожелание, наше желание, наша мечта сбудется. С наступающим, Денис Чередов. Увидимся уже в редакции.